В Петропавловске сегодня создали специальную комиссию по расследованию группового отравления рабочих. Мужчины занимались очисткой водопроводных колодцев на стройке. По предварительной версии, они отравились ядовитыми испарениями. Один погиб на месте, за жизнь еще двоих борются врачи. Несчастный случай произошел на одной из самых скандальных строек региона. Новый казахский театр должны были сдать 4 года назад, но только нынешней весной, после двухлетнего простоя, сюда вернулись рабочие. Три человека очищали колодцы, расположенные на инженерных сетях, и отравились. 20-летний мужчина скончался на месте. Второй, 28-летний пострадавший, находится в коме. Его состояние врачи оценивают как тяжелое. Еще один пациент, ему 18 лет, в состоянии средней степени тяжести. По факту нарушения правил охраны труда завели уголовное дело и создали специальную комиссию. В нее вошли представители пострадавших, работодателя, а также санитарный врач. О результатах расследования обещают рассказать через 10 рабочих дней. Комиссия для проведения специального расследования по случаю несчастного случая, группового несчастного случая с отравлением трех работников ТО «Казах Курлусу» на территории строящегося объекта Казахского драмтеатра. Будет выяснять обстоятельства несчастного случая, устанавливать причины несчастного случая, опрашивать пострадавших, это если возможно будет в больнице, которые лежат, и ответственных лиц, которые должны были организовать эту работу.